Сын казахстанского борца и депутата Даулета Турлыханова избежал тюрьмы. Молодого человека обвиняли в нападении на супружескую пару. Но суд посчитал, что скандальная выходка 19-летнего парня тянет только на штраф. Инцидент произошел в феврале этого года и вызвал общественный резонанс. Супруги-юристы случайно видели, как молодой человек избивает девушку, и решили заступиться. Но парень вдруг набросился и на них. Тогда Олег и Анна Черновы получили переломы и ушибы. Хулиганом оказался сын известного борца Даулета Турлыханова. При этом парень служил в одной из воинских частей и в тот день находился в увольнении. Спустя 9 месяцев ему вынесли приговор. Нурасыл Булат отделался штрафом. Он должен выплатить 1 700 000 тенге. Пострадавшие получат из этой суммы только 1 000 000.